Ты старался, но у тебя не получается. У тебя есть мы. Ты можешь просто поднять руку, или ты можешь выйти к нам. Есть служители, есть группа прославления. Мы будем вместе молиться за тебя. Может быть, ты никогда не молился молитвой покаяния, но ты чувствуешь, что сегодня то самое время, чтобы это сделать. Если ты хочешь обновиться, если ты чувствуешь, что у тебя с Иисусом, как говорила Лера, давно нету отношений, может, пора их сегодня возобновить, может, пора вспомнить эту первую любовь. Выходи или подними руку, мы будем за тебя молиться, будем вместе приходить к первой любви к Иисусу. Твой чудо.